Guten Tag, мои дорогие! Сегодня пренепременно расскажу вам австрийский анекдот. Значит, представьте себе высокогорный, маленький, красивый такой городок в Альпах, и туда приезжает поздно вечером турист. Он располагается в гостинице, спускается вниз на ресепшн и обращается к хозяину с такой странной просьбой. Он говорит: видите ли, любезный, все у вас тут хорошо, все очень вкусно, отличный номер, но меня вот, знаете ли, интересует секс. Ой-ай-а, говорит хозяин, и, конечно, поднимайтесь на второй этаж, фрау Хельга за 100 евро подарит вам прекрасную ночь любви. Видите ли, в чем дело? Мужичок начинает мяться, оглядываться по сторонам. Но меня интересует секс с мужчиной. О, говорит хозяин, я понимаю. Что ж, поднимайтесь на третий этаж. Гюнтер, за 500 евро вы проведете незабываемую ночь. О, говорит мужик, 500 евро? Значит ли это, что мистер Гюнтер настолько изыскан в своих любовных познаниях? Видите ли, в чем дело, мистер, говорит владелец гостиницы. У нас очень маленький городок. Мы все ценим семейные ценности, и наш бургомистр, ему это все очень не нравится. Чтобы он закрыл глаза на те шалости, которые иногда позволяют себе в нашей гостинице гости, мы должны дать ему 100 евро. Понимаю, деловито говорит мужичок, значит 400 гюнтеру и 100 бургомистру. Найн, что вы, видите ли, у нас очень законопослушный городок. И нашему главному полицмейстеру все это очень-очень не нравится. Он хранитель порядка, закона, поэтому мы должны дать 100 евро на профилактику преступности в нашем городке. Понимаю, говорит мужичок, понимаю. 200 евро мы отдаем им и 300 отдаем мистеру Гюнтеру. Найн, вы же видели, наш городок очень маленький, наша церковная община борется за семейные ценности, и нашему уважаемому пастору Вольфгангу тоже это очень не нравится. Мы должны пожертвовать нашей церкви еще 100 евро на восстановление органа, колоколов и шпиля. Говорит мужик, понятно, а Гюнтеру остается 200 евро. Найн, 200 евро получат мои славные сыновья Отто и Клаус. Они будут держать Гюнтера, потому что Гюнтеру это тоже очень не нравится.